Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Шилов Дмитрий Юрьевич. Я рабочий. Работаю я в предприятии акционерного общества КБСМ. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры. Я хочу пригласить вас, товарищи рабочие, прежде всего, поскольку это комитет рабочих, где рабочие, делегированные от коллективов, имеют право решающего голоса. Значит, на нашем производстве у всех у нас есть какие-то проблемы. Вот, и как нам улучшить свое положение? Нам нужно выработать правильную политику в этом вопросе. В этом нам поможет Российский комитет рабочих, где мы сами рабочие и совместно с интеллигентами, которые нам помогают с научной точки зрения осветить вопросы с юридической, с научной. Вот, и где это место, где соединяется научный социализм с рабочим движением, Российский комитет рабочих. Поэтому я всех призываю неравнодушных, рабочих, интеллигентов приезжать на это мероприятие, поскольку та прогрессивная сила, которая способна изменить ситуацию к лучшему, это сила прогресса, это сила рабочего класса, объединенного, профсоюзы, партию рабочего класса. Вот только так мы можем улучшить свое положение. Только коллективно, борясь, организованно, через написание коллективных договоров, выдвижение требований работодателю. Чтобы получить решающий голос на Российском комитете рабочих, рабочему необходимо, чтобы коллектив в количестве минимум 5 человек рабочих направил своего делегата на Российский комитет рабочих. Тогда у представителя коллектива на РКР будет право решающего голоса. Так что, товарищи, добро пожаловать, рабочие. Приезжайте на Российский комитет рабочих. Будем думать, вырабатывать свою стратегию, тактику борьбы, делиться опытом, чтобы наша борьба была успешной. Будем приезжать и коллективно бороться в своих коллективах, на своих предприятиях. Грамотно. Спасибо за внимание.